моя дикая Кассандра, игривая подра, закрывала разум, убивала музыканта. Тем не менее я рядом был и верила лекуриями. Смотрите, что творится, короче. У меня вокруг дома во всех аптеках снесли маски. Их практически даже уже и в интернете трудно найти. Но маски вот эти медицинские от коронавируса. Стоили они всегда, ну блин, рублей 5 просто в розницу. Ну 10 это я не знаю максимум. Знаете, что происходит? В одну аптеку завезли эти маски и стоимость 100 рублей за штуку. А, ну вот так вот на всеобщей панике люди пытаются наживаться. Фу. Ребят, а еще хочу сказать, что любые шутки в интернете, стёб в соцсетях, связанные с коронавирусом, я считаю абсолютно неуместными. Прям вот нет. Все. Ой, смотрите, какие красивые подснежники. Такие лапушки. А там вон дальше крокусы у мамы. И Полина меня ждет. Где Полина? Цветочки. Вот, смотрите, покажу вам поближе. Крокусы. Это крокусы. Такие прям они симпатичные. Полин, какие тебе больше всего нравятся? Вот так вот и смотрится. Эти. Ей нравится все. Кто такая красивая? И вот идет красивая Соня. Красота. Привет. Ты больше не боишься, что ли? Ты кошка? Ой, ну кошка. Полин, меня кошка хочет съесть. Так, смотрите, а знаете, какой у нас сегодня повод? Вот этому прекрасному мальчику, который косметически удалил себя... Что это было? Папиллома? Не, а что не надо? Что такого-то? Все нормально. Владимир Анатольевич, это мой папа. Ему сегодня сколько лет? 50. Врешь. Скажи, папа, 59. 59, поэтому у него сегодня день рождения. Что ты хочешь сказать? Ничего, всех с праздником. С моим. Все, у нас сегодня мини-застолье. Продукты приехали. Вон ребята забирают. Спасибо большое, что есть эко-маркет. Я в очередной раз убедилась, что доставка продуктов даже за город, Москву, это просто нереально удобно. Вот, смотрите, какое мяско привезли. Мы добавляем только соль и перец, потому что в эко-маркете баранина офигенская, фермерская, очень вкусная и без вонючек. Это вот эти вот, как их называют, пистолеты. А это седло, очень вкусно. Я реально говорю, что хорошее, качественное, свежее мясо, блин, так полапать хочется, смотрите, какое, вообще не нуждается в маринаде. Соль и перец. Но вот тут мама что-то, я чувствую, с карри будет экспериментировать. А, это мякоть барани. Ребят, кто любит мясо, и когда будете заказывать его в эко-маркете, обязательно возьмите вот этот пиздецкий вкусный соус сацебели. Это самый вкусный соус сацебели в моей жизни. В поисковике просто забейте, он выскочит. А лучи сердца моего пока не забыла. Есть промокод на первую покупку в эко-маркете. Эко-маркет, это, блин, вот, ну, вот честно, самый охерительный продукт по качеству, ну, по мне. Свежак, мясо, молочко, фрукты, овощи. Вау. Это Питер и Москва. Очень рекомендую прям сильно вот эти мелкие баклажаны в эко-маркете заказать. Мы из них делаем офигенный запеченный салат. Это, кстати, грибы шиитаки с мясом, шикарно. Будем запекать шампиньоны сегодня на костре. Ну и, соответственно, огурцы, помидоры, овощи. Вот. Вот, смотрите, мама уже замариновала красоту. Мам, что туда положила? Сванскую соль. Сванская чеснок. Соль, чеснок, масло оливковое, да? Все, больше ничего не надо. Никаких майонезов, шмайонезов. Вкусняшка. И будем делать на гриле. А, еще, ребят, ладно, все, не буду вас больше жратвой мучить на сегодня. У кого есть дети, заказывайте ягодки в эко-маркете, они офигенно вкусные, моя лупит. Ну, или кто сам любит. Сейчас на клубнику, по-моему, малину акция. Малина вообще там меньше 200 рублей, то есть клубника. Что лучше? Мяско? Или мужские руки, кладущие мяско? Или мой сиплый голос? Ай, у меня мяшечки прям, смотри. Прям все. Вот так. Блин, погода просто изменилась за час буквально. Вот какая-то вьюга ебическая. Только что мы вот там вот скакали. Ладно, я сейчас тоже вот так вот сделаю. Жарили шашлычочки, мои дорогие.